По данным следствия, девочка находилась в аквапарке вместе с родственниками. На некоторое время ребенок остался без внимания взрослых. Девочка упала в бассейн и утонула. Обвинение по делу предъявлено 27-летней Леей Хамитовой, которая работала операционным менеджером в некоммерческой автономной организации «Красная поляна», которой принадлежит аквапарк «Маунтин Бич». Подсудимая грозит до 6 лет лишения свободы. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Себя виновной она не признает. В зале суда она заявила, что никакого отношения к спасению утопающих не имела. В судебном заседании было оглашено и письменное заявление матери погибшего ребенка, которая просила никого не наказывать и не винить в смерти ее дочери. Претензий она никому не имеет. За причиненный моральный ущерб матери ребенка выплачено 4 миллиона рублей.